Привет, защита. Найдем Александра. Приглашаю к этому жилью. Желудки на пир готовится. Привет, защита. 46 на штангу, да? Так, я штангу 47 килограмм. Желудки на пир. Представитель города Люберцы приглашается к весу. Нечего готовиться. Нестерова Екатерина. Нестерова Екатерина. Представитель города Старый Купал. Приглашается на помост. Найдем Александра, готовится. Привет, защита. 48. Весом 48 килограмм. Найдем Александра, приглашаем. Представитель города Агентска. Попутка. Найдем Александра, приглашается к этому железу. У нее есть 2 минуты на подготовку.
Так, пройдем Александр, представитель города Шахтёр. Есть работа. Две штанги 50 кг, рожок ударит, стоит город Ногинска. Желонкина готовится. Сюрикова готовится.
Кирилл Ольга приглашается к этому железу. Пошли на улице. Две штанги 57 килограмм. Приложающий Кирилл Кристина. Во время Кирилл находится.
Картузова Анастасия, представитель города Тверь. Попробуй. 61 на штангу. Следующий задание килограмм приглашается Гаврилина Мария. Третий начальный подход, представитель города Подольск. Фуртик Ирина готовится. Итак, штанги 62 килограмма. Фуртик Ирина, представитель города Вильня, приглашается на помост из Киева. Илья Анатольевна. Прошла минута. Фуртик Ирина, Михаил Георгиевич. Итак, я штанги 65 килограмм, а Никеева Елена приглашает на помост. Дубров готовится.
Дуброва. Представитель города Клина. Андреанов готовится. Никиева приглашается. Итак, штанга 65. Дуброва. Андреева готовится. Гаврилов Антипов. Вешал 68 килограмм, приглашается Гаврилова Валентина, представитель города Мариинска. Никиева готовится. Доброго спасения, приглашаюсь к этому железу, 68 килограмма. Рыжова Анастасия готовится. Thank you.
Итак, наш штаб из 70 килограмм приглашается Рожова Анастасия, представитель города Магнитска. Николай Мария, готовится. Тихомирова приглашает к этому весу. Гаврил Валентин готовится. Говорим о Валентине, 72 килограмма. Говорим о Валентине, приглашайте. Yeah.
Рыжова Анастасия приглашается. Есть 73 килограмма. Николаева Марина готовится. Свет готов. Хорошо, кстати, стоим города Ногинска, приглашается на поход. Итак, на штаб 75 килограмм приглашается Николаева Мария, представитель города Батурин. Гаврилова Валентина готовится. Кузнецова Анастасия готовится. Говорила 76. Лес готов. Говорила Валентина приглашается на помог. Кузнецова Анастасия готовится. Попытка. 77 на штрафе. Кузнецова Анастасия, представитель города Ступино, приглашает в вес 77 килограмм. Камерова Ольга готовится. Тихомирова Ольга приглашается к весу 78 килограмм.
Советы Старокупова. Андреана, добрый. Поповка. Андреана Екатерина, представитель города Липецка. Вызывается на помост. Тихомиров готовится. Тихомирова Ольга приглашается на 78 килограмм. Итак, наш штамп 80 килограмм приглашается Игнатий Мельянцев, представитель города Крым. Николай Марина. Итак, вес 81 килограмм, приглашается Кузнецова Анастасия, представитель города Ступино. Андреана Екатерина готовится.
Андреана Екатерина приглашают в Грецию 81 килограмм. Кузнецова Анастасия готовится. Вверх защита. 84 нужно. Кузнецова Анастасия приглашает к этому месту. Yeah.
90 прошло. Вес там 90 килограмм. Лоу Ватсона приглашается. Стоит горный видно. Щелкнула Наталья, готовится. Вес там 92 килограмма, щедрая локана, повторяю, что это время. Приглашается первый на чужом подходе. Ломова Оксана готовится. Вес там 95 килограмм, приглашают на Лугу Оксана, представитель города Витебск. Еще для Натальи готовится. Здоровая какая. На 100 иди. Так, я штангу 97, Щеглева Наталья. Приглашаюсь на помост, на рекорд на Московскую. Yeah.
Как справляется с рекордом Московской области до 75 килограммов? Итак, на 97 приглашается Мулу Оксана, третий зачетный подход. Щелкнула Наталья, готовится. Попытка. Так, я шла мне 98. Еще. Стой. Вес 100 килограмм, свой первый зачетный подход, делает хорошо у Яна. Представитель города Люберцы, собственно, спортсменки, 63 килограмма. Вес готов, приглашается к Кондрашову Яну. К этому весу, к третьему зачетному подходу, приглашается Щеголева Наталья, представитель города Вильна, после спортсменки 75 килограммов. Она идет на побитие рекорда Московской области, который только что не установил. На штангу ставят 105 килограммов, а там последний участник. Итак, 105 килограмм приглашается Кондрашова Яна, представитель города Люберцы, второй зачетный подход. Привет, спасибо.
На последний подход прошел я, когда предложил установить 109 килограмм. Как спортсменки на подготовку. Кондрашов и Яна приглашаются к этому. Данный вес превышает рекорд Московской области на 1 килограмм, принадлежащий ей. Субтитры сделал DimaTorzok.
Вот она, парень.
Спасибо. Переходим к награждению весовой категории 75 кг. Третье место с результатом в сумме 143 кг занимает Андрианова Екатерина, город Кубинск. Второе место. Ломова Оксана, Бизная. 174 килограмма суперная должна у Натальи. Даже Наталья у нас награждается специальным денежным призом Федерации за выполнение трех рекордов в Московской области среди девушек в ее участвовать в группе и в этой весовой категории за рывок, толчок и сумму. Тренер отправляет на награждение. Шестакова Валерий Николаевич награждается по подготовке победителя кубка Московской области. Есть кто-нибудь за тренера? Есть заместитель Шестакова. Корыстка Алексей Владимирович получает грамоту. Спасибо. И заключительная весовая, самая тяжелая весовая категория, свыше 75 кг. Две участницы. Второе место. У Шеклейной Кристины Питная и 99 кг в сумме. Чемпионы наших соревнований. Также награждается тренер победительницы Багаринов Игорь Анатольевич за подготовку чемпионки. Просим, Игорь Анатольевич, просим получить заслуженную грамоту. Пригодится для аттестации. Спасибо. Переходим к награждению команд. Команда в зачете. Третье место. Сумма очков 53. Становится команда из города Ступино. Занимает третье место. Награждается парочка кубка. Одинаковая сумма очков у них была спорта по Подольск. Но ученые по спорту по черту обошли команду города Подольска. Второе место. У команды из города Видное 75 очков в сумме. Дружная команда Ленинского Виталия. Красавицы Ленинского района. Владимир Петрович, ну, пожалуйста. Запутались. Ну, знаете, как это не будет? Обладателями Кубка Московской области 2013 года.
Уберите пьедестал,